Берем Хванчкару и понеслась. Но слишком мало. Монголы его увидели. Их корабли куда быстрее. Шарашим из Хванчкары по ней. Нет. Да пофигу. Есть мы. А у нас есть Хвачха. А вы тоже так быстро умеете перезаряжать? Самурая. Сейчас главное спасти наших людей. Ты умеешь? Опять он коня пустил. Научусь. Топи корабли монголов. А я займусь стражей. Дядя. Мы здесь не погибнем, мой мальчик. Наконец-то! Вот так вот. Ты смотришь Perpetuus Play. Меня зовут Саша. Играем в Призрака Цусимы. Как удачно совпало, что именно в этот день, в этот знаменательный день, мы записываем ровно 30-ю серию по самураю. Мы с ним. Приятного тебе аппетита. А с другой стороны, и с тобой. Потому что именно по твоим комментариям я ориентируюсь, что к чему. И сориентировался. Начнем с этого. А там уж как карта ляжет. Но очень велико желание раздобыть новые доспехи. Очень. И поскакали. Ветер перемен дует в ту сторону. Форменное сходство. Не разрешают мое домашнее животное заводить в дом. Что за люди? Что за люди? И сюда не хочет. Ну ладно, считай, перепарковал. А, это и есть парковка для коня. Окей. Ты мне нужен. Только ты какой-то темный. Это ты, Гуру? У всех нас есть имя. Ты кто такой? Дзин Сакай. Самурай Сакай Таврический. Гор, самураи все мертвы. Я очень даже жив. А вот мое терпение умирает. Господин Симура велит тебе вернуть ему долг. Он живой? Что ему нужно? Долг! Передай весть на Большую Землю. Это стоило очень дорого, даже когда монголы еще не пришли. Ты у него в долгу. Так отплати. Кто я такой, чтобы спорить? Судя по шляпе, никто. Я думал, что в битве у Комоды искупил свой долг перед господином Симурой. А ты там был? И пил. Праздновал свой побег? Поминал самураев. Храбрые воины погибли, защищая таких, как я. Они дали клятву защищать всех на Цусиме. Даже тебя, Горо. Не знаю, смогу ли я вернуть им этот долг. Мой господин не просил бы тебя о помощи, если бы не верил, что ты сможешь. Это почти невыносимо. Здесь мой дом. Входите. Чему же? А что-то... Да нет, ничего. Туда так просто не попасть. На пути ведь монголы. Послание господина Симура у вас? У него. В лагере, на берегу Акасимы. А, это уже что-то. Одну из лодок я спрятал у форта Митадаки. Буду ждать на дороге в лесу. На карте отмечено, где именно. Карта Гора. На этой карте указано, где именно в префектуре Ирикава спрятан корабль Гора для перевозки контрабанды. Гора, открывай! Мы не уйдем, пока не заплатишь все до монеты! Друзья твои! Я не займусь. Ступай. Тогда я вас оставлю. До встречи в Акасиме, господин Сакай.
Прятаться бесполезно. Никого нет дома. Мы знаем, что ты здесь. Вышибайте двери. Чего ты боишься? Мы никуда не уйдем. О, точно. Давай же, выходи. Мы не уйдем, пока ты не заплатишь. А, это твоя нычка, ну ладно. Это бесполезно. Мы знаем, что ты здесь. И сейчас самурайский выход делаю. Чего хрязь! Ты боишься? Я не звал Ронинов. Господин, а Гора вы по какому делу? По личному. Мы потом зайдем. Скажите, кто-нибудь видел мою дочь? Никто не видел Куму? Кума, где ты? Кумушка Кума, где ты? Где ты? 2 километра практически. Да и река вы. Господин, помогите мне. Помогаю. Что такое? Моя дочь пропала. Вот уже несколько дней. Может, она сбежала? Нет, это невозможно. Ей 1.5 года. Найдите ее. Вы похожи на мою мать. Она оберегала меня как только могла. Значит, вы понимаете. Где виделись последний раз? В Додзё. Я ушла пораньше. Она сказала, что догонит, но так и не пришла. Я постараюсь помочь. Без вины виноватый. 2. Ну, правда, они так написали. Может, кто-то помнит девушку? Может, и помнит. Женщина ищет пропавшую дочь. Это все, что нам нужно знать. Ты, ветреный, ты помнишь ее? Я ищу девушку по имени Кума. Девушки, парни, курочки. Что пожелаете? За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Болван. Логическая цепочка. Он кто? Где он сидит? У вертела. Значит, кто он? Повар. Значит, что он приготовил? Свининку. Значит, что он предложил? Приготовить всех перечисленных. Это печально. Это очень печально. Это жестоко. Это очень жестоко. Ты знаешь девушку по имени Кума? Дочь торговца? Ну, знаю. Только уж давно не видел. Мне надо ее найти. Ничем не могу помочь. Во-первых, никто ничего не знает, а во-вторых, это что, специальный такой городишко света и тени, да? Я ищу девушку по имени Кума. Ха, не знаю таких. И не хочу знать. Оставь меня в покое. Эй, воин, сюда! Я знаю, кого вы ищете. Знаешь Куму? Да. Но здесь нельзя говорить. Идемте. Господи, я надеюсь, что это ловушка. Я очень хочу уже кого-нибудь зарубить. Буквально. Чуяло мое сердце, что ее обманут. Что-то не сходится. Мать не видела ее несколько дней. Вот тут нас не услышат. Напасть хочешь, да? Давай. Кума моя подруга. Какой-то мужчина пообещал ей работу, и она ушла с ним. Какую работу? Управлять трактиром. Она хотела заработать немного денег для матери, заставила меня пообещать, что я не испорчу сюрприз. Где управлять трактором? На главной дороге, трактир Нуманака. Во-первых, почему он трактор называет неправильно? А во-вторых... Я не слышал о такой марке, Нуманака. Ну, ясно, что японская. И наверняка качественная. Это что, тогда уже началась эмансипация, да, у них? Ну, первая японская трактористка? О! Какое место? Сюда нам? Не сюда. Нам туда.
Тогда на коня. И понеслась. Однажды поскачем по мирной дороге. Это будет очень скоро. Особенно если ты лайк поставишь, комментарий напишешь какой-нибудь интересный. Именно что интересный решает. Секундочку. Это дает мне знать, что тебе интересно. И говорит о том, что поскорее надо записывать новое видео. Нынче никому нельзя верить. Такая молодая с разбойниками. Меня до нитки обобрали. А ведь казалось такой беззащитной. Я не сразу увидел, какие с ней крепкие парни. Поищите трактир Нука Нака. Ну, трактор. Я надеюсь, эта серия будет не менее цветочной, чем предыдущая. Я ваш лучший воин. Но это после того, как они скажут: я лучший воин. Нет, я лучший воин. Нет, нет, нет. Я лучший воин. А потом Сакай: да я лучший воин ваш. Ай, блин, я же забыл, что стрелы заканчиваются. Куда ты ползешь вечно? Куда ты вечно ползешь? Стэнли. Куда вы вечно ползете все? Вот, блин. Ну, ты понимаешь теперь, насколько самурай отчаянный. Цветочная серия сама себя не сделает. А как еще мы узрим с тобою новые шикарные расцветки брони? А шикарный плащ, кстати, он видишь, как пузырем надувается? Это чтобы самурай не утонул, когда устанет. Он может просто взять руками себя за плащ, за подол плаща, натянуть его, поддать газу и... Пошла! Не утонет никогда. Давай, как это? Так, трактир. Трактор. То есть... Вон там что-то похоже на трактор. Есть. КГ. Это что за приколы такие? Ну, кто первый? Трактир Нука Нака. Кума должна быть здесь. Нука Нака. Знаем такой трактир. Если я убью тебя, я прославлюсь. Но это же надо убить. Хотя как он прав... Ну, в принципе, убить призрака, да? В целом, да. Нужно догнать. Увидишь, все пустышки были. Я! Я! Пощадите. Нет, извини. Даже стрелу не постесняюсь потратить. Да что вы такие пустые? Я же даже в специальной собирательской броне. Ой, нас заметили. Наконец-то я начал находить стрелы. А то же это уже ни в какие ворота. Осторожно! Можно напороться на самурая. Заходи сзади. Что ты сделал? Вниз! Пригнись! Он уходит! Вниз! Пригнись! Может, это вниз! Он? Может, это он? Так, ей. Пригнись! Вниз! Интересно, что он думает в этот момент? Пригнись! Вниз! Возвращайся!
Ладно, мы этого не узнаем. Он даже ближе, чем ты думал. И все пустые. Это просто наказание какое-то. Ну, хоть немножечко снежка. Интересно, как именно она с ними связана? Какой заход шикарный споганили. Вот. Я его не вижу. Нельзя его укусить. Нельзя его укусить. Конечно, нельзя. Если укусишь, он может и обидеться. А если он обидится, это ужас какой-то будет. Вот где-то здесь, мой прошлый раз. Что же вы так расселись-то далеко? Это что такое? Погоди-ка. Дерись! Может зайти с этой стороны, а? Проклятый самурай! Не проклятый, а проклятый, потому что самурая, очевидно, кто-то проклял. Раз за разом вываливается в систему. Это даже как-то не по-самурайски. Представляешь, какая отсылка была, если бы на каждом из них было написано 13? Или на одном 13, а на другом 11. Момент упущен. Противоборство более невозможно. Ладно, особенный какой-то, наверное. А может быть, действительно нужно было дать им немножко порубить самурая? А может задействовать стрелы? Кто это? Это птица, это самолет. Нет, это супер-самурай. Если она и сейчас это сделает, я как минимум на время откажусь от этого задания, потому что оно начинает немножечко уже подбешивать. Тут кто-то есть. Где есть самурайский выход? Кот. Он же выход. Так, не трогаем, значит, этого, правильно? Правильно. Его мы пристрелим, и то потом. Пощадите. Они меня заставили. Я никому не хотела ничего плохого. Вот это тень, конечно. Тот какой-то заколдованный, я серьезно говорю, он неправильный. Его надо убивать после того, как и с ней поговоришь. Или... Ну ладно. И все. Главное, близко к нему не подходите, и все. Заставили делать что? Грабить людей. Я должна была сидеть у дороги и звать на помощь. Почти все останавливались. Некоторые хотели помочь. Другие... Все позади. Я отведу тебя домой. Выходите! По-моему, они не слышали нас. Нет, слышали. Нужно догнать.
Ага. Смотри, а сможешь так? Ща. Погоди, мне нужно. Не вот это, не хуэ, а вот, да блин, тут нет высоты нормальной. О, вот так сможешь? Не так. Хуэ это не считается, хуэ это что-то из другой оперы. Вот так сможешь? А вот так можешь? Можешь так? А! Уэ! Каждая стрела на вес золота. Не получается здесь запрыгнуть сразу на коня. К сожалению, этого они не предусмотрели. Они подумали, это какая-то... западные какие-то богомерзкие технологии, не будем такого делать. Нет. А какого хуя он там стоит, а? Не проняло. Подожди. Что думаешь, ты однако надо спасать? На здесь спасение на каждых 100 метрах. Не понял. Нет, если бы не цветы, я бы даже расстроился. Но благодаря технологии зоркий глаз алмаз заметил цветы и даже не расстроился ни разу. Ну ладно, разве что совсем чуть-чуть. А теперь у этой осадочек остался. Она думает, что ее бросили. Кто же ее бросил, когда ее никто не бросал? Что? О, это замечательно. Так. А что не так-то, собственно, случилось? Вот и я. Продолжим. А, ты просто не умеешь так быстро бежать, как конь. Нет. А, тебе просто не нравится вот здесь ехать. У тебя есть своя тема, и ты... Все, наконец-то осознал. Она выходит только через главные ворота. Это ханжество, я считаю. Так делать нельзя. А, это ее мать. А, это убийца. Или ее друг, или это убийца. Глупо. Сдавайся и можешь уйти. Девушки, парни, курочки. Что пожелаете? За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Так это он был. Ну хватит. Самурайский бой. О! Сразу начался? И без приколов? Ты что? Слабак. Что там? Но снега немножко. Благодарю есть при вас себе. От всей души, господин. Да, ради бога. Рад, что сумел помочь. Но как ты нас нашла? Я следила за вами. Видела, что вы говорили с Ронином. Когда вы ушли, я подошла к нему сама. Храбрый поступок. Ронины опасны и непредсказуемы. Ничто не сравнится со страхом потерять свое дитя. Я думала, что больше тебя не увижу. Самурай Сакай Таврический. Забыл добавить. Без вины, виноватая. Ну хорошо, хоть не пришлось от поезда убегать. О! А что я там хотел так срочно сделать? Ну не то чтобы срочно.
Оберег свирепости. У меня такой уже есть, да. По средам увеличивает урон в ближнем бою. По четвергам уже не работает. Вот только вот 12.01, все. Как отрезало. А. Я помню. Я все помню. Вот. Целительные благовония. Теперь главное одно. Главное вспомнить, что это у меня есть. Не факт, что я это вспомню. Скажу. Просто вот как на духу. Так, ну а теперь, наконец-то. Наконец-то мы отправляемся за 9 миллиардов километров. Огненное послание. Сюда. Но делаем это быстро. Хотя скрипя сердцем. Потому что цветы быстрым путешествием не найти. Монгольское стадо идет. Ну, стайка. Кодло, короче. Сразимся! Сразимся. Хорошо, что с себя начинаем. Чук! А он стрелять будет? Не похоже. А, ты будешь стрелять, да? А, стрелять никто не будет, да? Давай. Страшно? Очень страшно. Но страх постепенно рассеялся. Приснится же такое. Я подумал, самурай, и упал спать. Но на самом деле мы свершили это дело, потому что опыт уже получен. Это сон, из которого можно реальную пользу извлечь. О! Если смотреть во все глаза, то цветы рано наконец, или поздно найдутся. Есть. Да, господин есть. Тимура. Кто? Не ожидал. Ты лично припрешься в такую глухомань. Еще и без конвоя. Но хорошо, что ты не с пустыми руками. Я оценил. О, а это кто? А, это ты. Я нашел Гора в бухте Умуги. Он был пьян? Протрезвел. Он исполнит свой долг. Отправится к Сёгуну. У Гора дурная слава. Но лучше него нет моряка. Эти люди доставят послание. Конечно. Катары и Дзиры верны и отважны. Они попросят у Сёгуна подкрепления. Гора ждет. Он встретит нас. И проведет к лодке. Поедем, когда настанет время. А ты пока подготовься к битве. Да, дядя. В смысле? Меч полирнуть разок? Седлаем коней. Мы готовы. Лаем. Будьте начеку. Приглядывайте за контрабандистом. А кто-то заметил, что у него здесь вот на этой палке... шлем был. Причем она не выглядит как палка, которую сделали вот здесь на месте. Он эту палку с собой привез. То есть, ты понимаешь, да? У нас здесь война, у нас здесь жесть, а он палку для шлема носит.
Потому что шлем настолько хрупкий, что если его положить на землю, сломается. Или же бесчестие. Я всегда вижу, когда ты хочешь что-то спросить. Сразит. Говори. Симуру. Любопытно, откуда вы знаете Гора? Он продавал китайский шелк, что запрещено указом Сёгуна. Я сжег его товар, а его отпустил. Он пошел против воли Сёгуна. Идиотское решение. Опасно. Че жесть шелк-то было, а? Самураю следует понимать меру необходимой силы. Надавишь слабо, лишишься уважения. Переусердствуешь, потеряешь возможность. У монголов много кораблей. Гора сможет ускользнуть от всех? У него нет выбора. Господин, а что если нас поймают? Не следует бояться смерти, Катара. Живи смело и не забывай тех, за кого ты сражаешься. Давайте господин, в спину выстрелю. Гора, где твой корабль? Сюда. Я рад, что вы живы, господин. Спасибо, что согласился отдать долг. Я сделаю все, что смогу. Только, боюсь, меня потопят, едва я отойду от побережья. Слишком много глаз следит нынче за морем. Попробуем на что-нибудь их отвлечь. Дальше мы пойдем пешком. На самурая Сакая, например. У которого нету решимости. Ноль решимости, я бы сказал так. А ведь он просто спит. Серьезно, он двигается. Видишь? А можно? Он еще и храпит. И чем его почесать? Какое чудовищное клише. Моряк обязательно какой-то алкаш. Порт Митодаке. Мой отец отвоевал его у клана Ярикава. Порт Макадамия, я знаю, орехи очень дорогие оттуда. Растут только в этом форту. Когда его отобьют форте. Два самурая. Если мы поднимем шум в форте... Тогда люди на кораблях будут смотреть туда, а не на море. Горо, мы заставим врагов сосредоточиться на форте. Услышите шум боя, отплывайте. Господин, вас убьют! Мое послание — это все, что должно тебя заботить. Два самурая. А что, тут есть еще один какой-то самурай? Пойдем пешком, господин Сакай. Пойдем. Без вопросов вообще. Я пешком хожу. Просто вот я рожден ходить пешком. Хотелось бы, конечно, на коне, но... Но мы застанем их врасплох. Лишь бы нам это удалось в стенах форта. Их больше. Но они не смогут напасть все сразу. Сколько мы сможем оставаться незамеченными? Пока не увидим врага. Как увидим? В атаку. Их больше. Но нас меньше. Значит, мы победим. Оку. Впереди монголы. Их можно обойти. Повернешься спиной к врагу, сгинешь с мечом в спине. Самурайская мудрость, что ли? Сатсусиму! У нас преимущество! Бежим через мост! Нас преимущество, нас меньше! Я же говорил, это такое шикарное преимущество, я просто дядя, в восторге от него. Сначала убей сильнейшего. Да. Сначала узнай, кто из них сильнейший. Сильнейший, я выбираю тебя. Я могу убить медленно. Я такой человек, я могу себе позволить все. Что ты его блокируешь? О, это мой. Прекрасно, Дзин. Хвалю. Ну так. Почти успел добить. Вперед, через ворота. Назад в будущее. Я, конечно, понимаю, что кое-кому стрелы не нужны.
У нас самурая Сакая нужны. О, уже на конину отправляем. Тут еще где-то моя стрела была. Я горжусь своим учеником. Видишь, как враг тебя боится? Ты истинный воин. Спасибо, дядя. А в самураям Сакаем не гордиться, что ли? Не понял. Будь начеку. А? Лучники! Надо пробраться через ворота. Господин Сакай! За мной! Назад! Тучу! Насвистело прямо над ухом. Вот так вот. Путь Нико. Расцветка изменчивая, топу просто, но чудовищно смотреть, как так животные страдают. А где стрелы, а? А, можно было сделать вот так. И вот так. И вот так. А дальше все. Поднимем на ноги весь форт. Пусть корабли монголов идут сюда, а не к Гору. Горящие стрелы, ребят, может быть вам? Он был моим. Нет, наверное, нет. Наверное, нет. А жаль. Да, это я удачно заполз. Просто великолепно. Стоп, а как туда? А, сейчас мы туда пойдем. Замечательно. Да не Кашкай, это собака была. Какой Кашкай, ты чё? А этим, кстати, приколом крайне редко пользуюсь. Так, надо обыскать Кашкая. Ну, на самом деле, это собака, но они не разбираются. Они вообще не понимают разницу. Видели бы они Кашкая, они бы так не говорили. Сам разберусь. Почему у этих нелюдей вечно нету цветов, а? О, максимум стрел. Вот это хорошо. Это значит, можно так похулиганить. Да уж, теперь мы главная забота. Убьем всех! Маньяк, собаку убил и не заметил даже. Нужно наступать! Врагам на пятки! Не, пустой. А чё за форт такой? Чё тут так мало монголов? Я думал, форт это значит тут, блин, монголов просто до жопы. А, они берут стрелами, да? Нехватка! Теперь это наша цель! Пробивайся к башне! Простите, извините, а что было до этого нашей целью, а? Просто великолепный. А чё ты пешком ходишь?
Ты пешком не ходи, мы прячемся в домике. Все, самурай в домике. Че ты так напрягся? А, из-за этого? С ножами? Так он же этот. Ошеломленный. Че ты его боишься? Напугал. Что там за рубка и без меня? Не отступай! Вперед! О! Да. Видишь, все. Психологическая травма. На фоне отсутствия стрел. Временного, но все же. Дед, ну ты маньяк, конечно. Что, не видишь, что земля подсвечивается? И второй раз в него. О! Собачий отряд! И собаки, да. Псы и собаки. В смысле? У двух из трех собак шкур не было. Вот это не люди. Это все монголы. Еще дома монголы. Пустые, и собаки без шкур. Убивай их на бегу. Учение пошло впрок. Я горжусь своим. Ей! Цин, сюда! А, сейчас, сейчас. Секундочку. А еще вот сюда. А еще немножко сюда. А еще чуть-чуть сюда. И еще света бы капельку. Вот чуть-чуть. И там еще на второй этаж надо. Вот. Снег Сакай не пропускает. Стоп, где-то тут второй этаж был. Кто так строит? Кто так? Это кто так? Что это такое вообще? О, третий этаж. Это козырная доминго. Трехэтажная. Ой. Самурай спалился. Ну ладно. Так, а повыше, повыше надо где-то. Да. Как жаль, что господин, сука, Симура ничего не собирает, ему ничего не надо. Может быть, с конька сиганем и сработает, а? А, у меня была полная. Симур, да в спину надо. Ты что, не рубишь фишку вообще? Башня! Вперед! Топ, что? Что это такое? Почему они все пустые? Одному мне кажется, что ребята начали очень как-то отчаянно быстро перезаряжать. А, понятно. Они думают, ну этот самурай. Прикончим их! Ну виляет. Кошмар. Стой, стой!
Да, все. Берем хвачку. Бери. А, точно. Это ж будет как восьмиствольный пулемет у нас, да? Ты его несешь, а я стреляю. Вот это мы сейчас Ё-моё. Только дайте пострелять, пожалуйста, дайте пострелять. Берем Хванчкару и понеслась. Но слишком мало. Монголы его увидели. Их корабли куда быстрее. Шарашим из Хванчкары по ним. Нет. Да пофигу. Есть мы. А у нас есть Хвачха. А вы тоже так быстро умеете перезаряжать? Я самурая. Сейчас главное спасти наших людей. Ты умеешь? Опять он коня пустил. Научусь. Топи корабли монголов. А я займусь стражей. Дядя. Мы здесь не погибнем, мой мальчик. Наконец-то. Монголы подходят к гору. Хотят зацепить баграми. Не подпускай их. Получилось. Корабли монголов горят. Продолжай. А чё бы оно не получилось? Я же снайпер. Ты посмотри, какой я снайпер просто. Кто перезаряжает Хванчкару, я понятия не имею. Но будем откровенны. Мне вот как-то параллельно. На берегу лучники. Поскорее. Да я просто гений войны. Ты посмотри, сейчас я вот эту хренотень сожгу даже. А, тефлоновое покрытие. Знаю такое. Очень качественное. Как он собирается уйти от этих больших, я не знаю. А как потопить, я тоже не знаю. А, нет, знаю. Хорошо. Подходи еще корабли. Держись, Горо. Где-то нужно нащупать порох. Или просто достаточно навалить им. Держись, город. Они его на таран уже брали там. Да будь нам помощь от Сёгуна. То есть Горо молодец, да? Я уничтожил здесь монголов 1000. А Гора молодец. Доказал, что монголы не всесильны. Сережа молодец, да? Я не мог твою мать. Никогда не подводил. Я горжусь тобой как воином и как человеком. Но не как собой, да? В моем послании к Сёгуну есть еще кое-что. Я хочу объявить тебя своим сыном. Дядя. Дядя. Сын. В моем сердце... Ты всегда был для меня наследником. Сыночка. И после войны мы объявим об этом. Дзин, однажды и бабу тебе найдем. Сусимы. Может быть. Но, наверное, займешь мне. Достойный пост Дзито. Властью самого великого Сёгуна. Я постараюсь служить людям, как вы. Да ты что? Так и будет. Ой, пока вот прям как вы. Подкрепление от Сёгуна, следует подготовиться. Каков приказ? Быстрее. Свои дела, а я займусь своими. Я уже переодеться успел. В нашем лагере в Кубаре. Кубани. И тогда не мы люблю. Берем мой замок у Хотунхана. И спасем наш дом. Как отец и сын. Сам Сёгун обрадуется нашей победе. Нет, ты посмотри, какая у него жопа. Она же ни в одни доспехи не влазит. Он переоделся в домашний халат. Резкий. Дядя, конечно. Огненное послание. Послал, так послал. Огненно. Жаль, не было такого, что монголы бегут. Вот просто монголы. С мечами там, с луками, а ты их из этой вот Хванчкары. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Это просто было. И так, чтобы их вот 1500. Чтобы можно было прямо душу отвести. Вот это я понимаю. Два дара теперь доступно. Но два это маловато, как по мне.
Будем копить до трех. О, это мы отлично здесь оказались. Просто великолепно. Сейчас немножечко этот форт изучим. А так вообще самое то пойти и зачухрать вот этого. Тем более, что это святилище облачного утеса не побывал. Так, но. А я здесь ничего и по-хорошему смотреть не могу. Так, чисто побегать по местам былой славы и выпендриваться. Ага. То есть, самурай, ты молодец, конечно, но в форт мы тебя не пустим, потому что ты уже показал себя как человек, который форты разрушает и сжигает. Не так. Не сжигает, а смотрит, как форты сжигают... крестьяне. Да что это такое? А, сказителя пытаюсь пристрелить. А я думаю, что такое? Монголы! Сюда. Не ожидал? А я вот, видишь, подготовился. Следующий. Чё ты целишься? Не та стойка. Да где ты есть? Спасите! А снег есть? Тебя, чтобы спасить. Все будет хорошо. А то снежный самурай так просто не спасает. Господин Сакай, я в жизни не смогу вам отплатить. И не нужно. Лучше скажи, как тебя схватили? Я шла по дороге, искала, кто мне поможет. Но в темноте я плохо вижу. Вот так вышла на лагерь монголов и не заметила. Если они еще там, я с ними разберусь. Иди, ты свободна. Шла-шла, говорит. Ну, неважно где. Пирожок нашла, а он оказался монгольский. Ну, с хамоном. Ну и монголы ее по этому пирожку и выследили. Там просто GPS был встроен. Хитрый пирожок, да? Угу. Лагерь темных вод. Мы пойдем в него, когда сюда отправимся. А сейчас у нас есть более важное задание. Сперва здесь. А потом чуть правее. А потом вот там вот вверх и чуть-чуть правее обратно. Ты дурак. А ну отойди. Вот псих-маньяк-убийца, а. Стоп, а что он защищал такое? Мы вообще-то шли сюда. В смысле нельзя? Мы прибыли в точку. Мы еще не знаем, куда мы прибыли. Точнее, в какую сторону бежать. Кстати, вот отсюда, а видишь, он там, оно. Хотя нет, это знамя. Но по идее, а, он внизу где-то. А может быть, он даже здесь у меня на пути сейчас попадется. Это будет замечательно. За знаменем я, может быть, даже не полезу в воду. А вон оно. Видишь, сидит.
седалище свое протирает там. Темно. Непонятно. Туда ли бегу? Или не туда ли? Лучше бы бежал на коне, да? Но конь бы тут не пригнулся. Ну, в целом, туда. А здесь такие отблески на воде, как будто нефтяной танкер где-то затонул рядом. Монгольский. Естественно. Нормально он вообще себя ведет. О, пальчики белые. Ну давай. Это честь для меня, господин. Готовьтесь к битве. Начнем по вашей команде. Святилище облачного Утиса. А это у тебя стульчик такой, да? Удобно, наверное. Какая в этом нужда? Если ноги длинные. Я всего лишь Ронин, но всегда держу слово. Как скажешь. Я всего лишь Ронин. Ну, хронический алкоголик. Но, говорит, всегда хотел покончить с собой об самурая. Убийца. Мечта такая. У каждого своя, знаешь, мечту не выбирают. Вот. И, в общем, Ронин собирается сейчас покончить с собой ночью. Под дождем. На берегу, не пойми где. А, то есть ты из этих, да? Из плохих. Я же тебя порежу, а? Это глупо. Сдавайся и можешь уйти. Спасибо, господин. Но я. Рон, откажусь. Сдавайся. Не надо отказываться. Предложение действует только сегодня. О, опять начинается. Ты свои ноги-то засунь себе в задницу, хорошо? А кто уже не верил в самурая? А кто его уже слил? Типа, о, надо было нормальные латы надеть. Нормальные латы, нормальные. Руки ровные и все нормально. Честь и слава в твоей следующей жизни. Честь имею. Хотя подожди. Секундочку. Не, все нормально. Я думаю, а что так легко? Просто очень руки выровнял за последнее время. Ладно, без коня. Какая-то подозрительная. Пещерка здесь, тебе не кажется? Вот и мне не кажется. А золота нет. Ну, вообще по-богатому насыпали. Больше, чем насыпают там, где дары дают. В общей сложности, естественно, если мы говорим об общей сложности. Интересно, хоть снег не отсырел, а?
А представляешь, это какие-то крестьяне, чудом выжившие во время монгольского нападения, складывали себе туда пожитки. Ну, прятали от монголов. Чтобы, возможно, там где-то каким-то самураям помочь, если на то пойдет. Не, не желтая птичка, все нормально, а то уже сердце схватило. А пришел самурай и все загреб. А может быть, они даже себе на пропитание, просто чтобы не сдохнуть. Собирали все, что можно вот собрать. А ему ж плевать. Это же самурай Сакай Таврический. И он же хер ложил на то, кому что нужно. На каких-то обычных деревенских ребят. Ему по херу. Вот это было неожиданно вообще. Я был уверен, что он долетит. А, ну все, завалено. Отбой. Возвращаемся домой. Что же я там не заметил-то такое? Отсюда пришел, вот так пробежал. Любили они построить, конечно, хрен знает где, на берегу. Фиг пойми чего. Ау. Ну, цветок того стоил. Иначе эта серия цветочная не будет. А как бы я нашел те цветы? Вот именно. Дурость лезть к этим храмам. Какая несусветная глупость вообще. Вот так вот по-дурацки упасть, тем более в дождь. Вот сюда прыгать. Ты посмотри, ну вот ты вообще понимаешь, насколько это самоубийственная хрень? Жертвовать всем ради того, чтобы цветочек взять. Не говоря уже, в принципе, об этом храме. Псих. Самурай Таврический. Ну, здесь так. Не то чтобы красиво. Ну, по сути, красиво. Оберег Адзуми Ноисоры. Оберег бога морских
берегов. Стрелы поражают врагов беззвучно. Но это если играть вот тем тихарем в комплекте Ронина, то, в принципе, наверное, да. А вот с точки зрения моего какого-то видения, как оно все происходит у нас, я даже не сказал, что оно мне надо. То есть не могу себе придумать, где бы оно мне пригодилось. Зато я знаю четко, куда нам надо дальше. Я думаю, это очень быстро. Мы поэтому пройдемся здесь. И в целом, может быть, даже зацепим госпожу Резню. Может быть. Птичка ломанулась куда-то сюда. Это значит, что нам совсем не сюда, правильно? Правильно. Эта птичка мне еще долго будет делать нервы. Если бы она сейчас улетела в скалу, я бы просто... плюнул на все, развернулся и убежал бы. Да, бывают и такие казусы. Надо будет там поболтаться, да? Чтобы самурай не ударился об скалу головой второй раз. Не, не надо. Просто... бывают дни, когда самурай... не может зацепиться. Ах, тренировочная площадка. Это хорошо. Как раз нужно. А тут помимо бамбулей что-то есть еще? Лутальского включить можно? В принципе, можно. Ну, отчаянный, отчаянный. А ну-ка. Нет, ну начинает это не всегда достаточно просто. Сейчас раз и срезался. Хорошо-то было так задумано, но... чик! И все. Наконец-то. Теперь самурай стал еще более решимым. Это замечательно. Мы только на этом выживаем. Ух ты, истинный воитель.
Посланник со священной горы. Со священной горы. Не, в целом у нас, конечно, есть из чего выбрать. Но посланник, надо сказать, выделяется. На общем фоне. И главное, не убирает мою любимую маску. Хотя на самом деле много чего не убирает мою любимую маску. Это слишком вычурно для этого наряда. Ладно, ладно, оставим то, что есть. Нетленную классику. Так, это где я? Это я здесь. Это совсем не там, где я должен был быть. Тогда мы сделаем иначе. Мы тогда отсюда отправимся туда, чтобы по прямой, а не вот это по горам, вверх-вниз, туда-сюда. Ты славный конь. Кагэ, ты меня пугаешь. Секунду назад не было никого. Так, а здесь же тоже могут быть цветы. Их просто надо найти. Все нормально, все нормально, он живой. Все в порядке. Самурай вовремя десантировался, и поэтому психика не пострадала. Не видел, что там случилось с лошадкой. Нет, что-то тут, конечно, голяк по цветам. Там человек. Не подходи! Простите. Я думал, это они. Ты ему руку отвалил. Это статуя, работа мастера Идзо. Мало было монголам убить моего отца. Они еще и осквернили его наследие. Ты сын мастера Идзо. Это же надо еще постараться. Я печален вестью о его смерти. Ему не было равных. Это была его лучшая статуя. Будь у меня инструменты, я бы все исправил. Но убийцы и дом наш захватили. Ты получишь инструменты и восстановишь статую. Почтим память твоего отца. Благодарю, господин. Наш дом дальше по горной дороге. А если вы отомстите за отца... Отомщу. Знаешь, как надо заморочиться, чтобы восстановить это дело? В то время особенно. Плоть и камень. Жесть. А я думал, тут будет что-то попроще. Отыщите дом скульптора. Ну, если к нему не ведут вот эти вот дорожка из лестницы... Ну, я даже не знаю. Это будет интересно. Хотя она вполне возможно ведет куда-то в храм. Дом мастера. А может там все где близко? Позовите старшего. Лучников я бы и так завалил. А, тут старшего нету. А чё нету? Вот. Чем не старший? Ой, не тот. Он подставился. Турнир? Стоп, турнир кто-то сказал? Капец, ты долго бегаешь. Турнир! Я тут киношно повыпендривался, главное. А оно ползет обратно. Здесь должны быть инструменты. Угу. Здесь должен быть самурайский вход. Подожди, а на втором этаже что? Ничего. По-моему, здесь просто очень мало самурайских входов. В этом вся проблема. Кто-то работает в мастерской. Мастер Идзо. Что вам нужно? Он жив.
Адлина! Меня обманул? Подожди, а какой смерть? А что я это пропустил, что ли? Скульптор умер, а не умер? Это самозванец или что это такое вообще? Мастер Идзу, я рад, что вы живы. Ваш сын думает, что вас убили монголы. Бедный мальчик. Идемте к нему. Нет. Я жив, потому что монгольский военачальник восхищен моим трудом. Монголы уродуют ваши статуи. Уничтожают ваше наследие. Он велел сделать статую для самого Хубилай-хана. Как отказать? Берите инструменты. Уходим. А которую статую разбили? Статую Бусацу. Она сделана в честь рождения сына. Не лучшая моя работа. Он не согласен. Мамору хороший сын, но он ничего не понимает в искусстве. Почему статуя для Хубилай-хана для вас важнее семьи? И важнее своего народа? Семьи, народы, все это не вечно. Но нежные пальцы богини Канон, ярость каменного воина, занесшего меч, это навсегда. Но разве нужно отказываться от семьи? Самурай не станет служить двум господам. И художник тоже. У вас скверный взгляд на жизнь. Мир полон печалей. Я люблю сына, но служу искусству. Сюда. Да. Выслушал эту бредню и, честно говоря, захотелось рубануть. Там даже было отчетливо видно, в каком именно моменте. Нагря говорит, нет. Они знали, что я так захочу сделать. Нагря говорит, нет. О! Сидите тихо. Мой сын. Тихо. Тихо. Да ты дергаешься, а? Турнир! Турнир! Я здесь! О. Я, говорит, здесь. Вот того давайте, пожалуйста, на турнир позовите. Вот его хочу на турнире видеть. Во. Чтобы пополам просто разрубить и все. Это тоже хорошее пополнение нашей турнирной коллекции. Ну и чтобы ты меня не бесил. Шлемы их спасут, а? Сейчас. Ты че, какой-то особенный? Оказалось. Так, а где его сын? А, они его пополам там сложили. Зарубили и пополам сложили. Лас. Ну что, дед, доволен? Бедный мой сын. Да ладно. Он же тебе нахрен был не нужен. Погиб, защищая ваш труд. На что оно мне без моего сына? Почтите память о нем. Будьте таким, каким он вас считал. Прости меня, сын. Не, ну так перебываться надо уметь, конечно. Оберег неуязвимости. Хреновая неуязвимость. 15-процентная какая-то. Странно, как будто они добили его. Он просто притворился мертвым. Потому что... Ножкой там... Подожди, что? Ножкой пошевелил, мы все видели. Тут в целом недалеко, просто что по горам. О, начинается. Да ладно, под водопад? Проход под водопадом? Как я такое люблю. В каждой игре пытаюсь его найти. В которой есть водопад. Но птичка бы тут хрен нас два пролетела. Конечно же. О, ребят, думали я не загляну. Халтуру вашу не увижу. Заглянул, увидел. А птичка сучья, конечно. Я же говорю, по горам придется ползти.
Стоп, это обратно то место. А я хотел как раз этого избежать. А, ну да, я не на ту точку тогда отправился. Хотя... Выходите! Стоп, это не та точка. На той точке уже не должно было быть никакой чехарды. Сдаетесь или чехарда? Ну, почти ушел. Откуда ты? Ты посмотри на него, а? Почти с первого раза. Самые неудобные какие-то они. Самые неудобные. Так, но мы тут были, вроде бы. Хотя нет, нет, тут мы нифига не были. Или были? Или не были? Ахоку написать? Ну да, не серии без Хоку, это хорошая традиция. Я и так его раньше уже написал. О сохранении. Да прибудет F5 с тобой. Да не забудешь про F9 трудную минуту. У неприступного замка. Нажми F5 перед тем, как зайти в неприступный замок. Я перевожу, просто непонятно же. Пишет витиевато. Крепко цепляются корни. Это когда сохранишься как раз перед тем моментом, когда враги попадают, и нужно увильнуть. Не люблю это дерьмо. Наша цель высоко. Да, и все это делается ради того, чтобы продвинуться вперед. Выбираем вот это, значит. Да. Куда приведет дорога? Если это имеется в виду, если без сохранений, то далеко ли ты зайдешь? Без сохранений? Нет, конечно, нет. Нет. Тем более на кошмаре. Слабость открыть не бойся. Имеется в виду? Вальнули? Чуть-чуть. Персонажа. Сразу не загружайся. Попытайся открыть слабость врага. Узнать, в чем слабость, чтобы потом загрузиться и сразу же все сделать хорошо. Когда рядом верный союзник. Сохраняться надо очень часто, когда рядом верный союзник, потому что в каждой игре, где есть верный союзник, этого верного союзника пытаются убить, а тебе рано или поздно нужно его защитить ценой собственной шкуры. Знаем-то, да, выбираем его. Со звездочкой было. Думали, я не догадаюсь. Двигайся к цели спокойно. Да, согласен. Согласен. Торопыжить и сохраняться каждые 5 сек не надо. Можно нарваться на жесть. Нужно размеренно. Все делать размеренно. Беда не конец. Правильно. То есть, имеется в виду, не психуй. Просто F9 и до свидания. Работает всегда, я тебе говорю. Молодцы, умнички. Вот это лучшая Хоку, которую они только придумали. В грядущее смотри. Имеется в виду, что ты, когда ты не психуешь, ты концентрируешься на том, что результат так или иначе будет достигнут, если не будешь психовать, быстрее пройдешь. Вот. Ну, конечно же, с сохранениями. Хорошая Хоку, серьезная. Даже сейчас, может, даже надеть повязочку.
Очень. Когда рядом верный союзник. В грядущее смотрим. Угу. А это интересно даже. Повязка уединения. А, пожалуй, на серийку другую, да. Она так вписывается просто в то, что я тут наделал. Просто прелесть. Как будто вот создана для него. И вид здесь топовый, конечно же. Такс. Это значит, что мы стали на шаг ближе к вот этому делу. Еще на шажок. Давай-ка, до одинокого маньяка мы точно должны успеть добежать. Аномалия. Скорее, как... 400 метров всего-то. Это минута пехом и 30 секунд на коне. Тем более тут цветов-то нету. А, вон там. Все олени, конечно, под ногами путаться не будут никакие. Стоп, а не так-то просто сюда добраться, да? Тут рваный берег. Скалистая местность. Форт. Надо его отметить. Разнесем. Возможно, потом. Или что, не форт, что ли? А-а-а. Слишком много врагов, это значит, что мы их не победим. Такое на острове Ики мы уже видели. Хитро, хитро, это типа по заданию, там что-то будет. Красиво здесь, слушай, клёны колосятся. Хорошо, я тебя парканул, конечно. Надо тебя баловать. Парковать у двери, как я вот. Стоп, а оно за этой фигней? Внезапно. Повязка гадзёная. Повязка для тех, кто бережно хранит легенды Цусимы. Блин, надо брать. Мне та очень нравится, но это просто... Это же это просто. Теперь же я могу спихнуть все на то, что... Как самурай же с завязанными глазами бегает. Конечно, ничего не получается. А что тут получится-то может? Он мне подсказывает, что тут так и не прокатит, да? А вот так прокатит. Руки бы, конечно, оторвало. Но не у этого самурая. О-о-о. Противоборство объявляю. Место не очень. Могут закрыть обзор трупами, которые слишком долго падают. Нет, хорошо. Моя Кубарби. Ты наивно полагаешь, что я не выстрелю тебя в голову? О! Странно, я думал, попадал. Кто здесь объявил чехарду? Нет, ну и была объявлена чехарда. Типа пропета песня. Одно и то же. Я сейчас выслежу тебя. Где ты? Где ты? Где ты?
Все, это был последний. Нет, последний вот. Получает стрелу в рот. Самурай стихает таврический. А что? Где? А, внутри Оксану зовут опять. Сука, Оксана, вот что за человек? Всем как можно было насрать всем монголам в миску, а? Сразу. Я просто не представляю. А, представляю. Наверное, это Оксана? С какими-то чудовищными, цветущими непонятно чем. Букетами. Венерических болезней. Составной лук — один из основных видов монгольского оружия. Это оно разве? Составной лук отличается умом и сообразительностью, потрясающей точностью на расстоянии более 200 метров. Такие луки мастерят из сердцевины деревьев, таких как береза и вяз. При натяжении тетивы учитывают естественный изгиб дерева. Со временем при сборке луков предпочтение стали отдавать бамбуку. Он менее волокнистый, а потому луки получаются прочнее и не деформируются со временем. Жаль, тут не говорят ни слова о том, что никогда ни в одной игре не делается. Особенно там, где используются луки. О том, что если ты, сука, не снимешь тетиву после того, как пострелял, а тетива будет натянута на нем постоянно, то он очень быстро потеряет силу натяжения. Прямо очень быстро. И безвозвратно, что характерно. И делать так категорически нельзя. Мы куда-то ползем, я не знаю куда, но так ползется хорошо, что я не могу остановиться. А что мы тут вообще делали, а? Зажечь маньяк надо и все? Или ограбить? Было. Надо нам. Зажечь маньяк. О, а он недокрашенный, смотри. Сверху вниз начали красить и не докрасили. Не надо мне рассказывать, что это дождем побило. Не-не-не. Неправда. Не докрасили. А знаешь, как я понимаю, что самурай самоубийца? А? Вот так. Нет, на самом деле это самый быстрый спуск в мире. Такс, но тут же больше ничего нет. Хотя, ну как нет? Самурайский выход есть, например. Одна штука. Железо, опять-таки, когда мне уже нафиг оно не надо. Честно говоря, мало апгрейдов они сделали для меча. Я бы даже согласился на какой-то визуальный апгрейд. Ну, просто так. Ради прикола. Ну вот теперь точно все. Так, и отсюда буквально рукой подать до вот этого вот ивентика. Но тут у нас еще что-то на пути. Ну давай, быстренько. Там, наверное, лиса. Мы... Ё-моё, а мы в этой серии ни разу лис не встречали. Сюда! Только сейчас это осознал. Ладно, давай мы срежем быстренько. Конь ползет за мной, ты не думай. Он не стоит там на месте, он ползет за мной, поэтому сейчас увидишь, что будет. Я же говорил. Ну я-то знаю его уже. Ползучий конь. Давай, как это? А, тут можно было просто объехать. Молодцы. Это же это... Ронинская кодла.
А вдруг правда? Брехня. И мертвые, но только без кос. Как они старательно пытаются меня отвлечь от цели моего путешествия. Как это меня бесит. Да знаю, я знаю. О, да. Стой! Где? Кто? Сюда. Куда ты прешь? Ты посмотри, как летит, а? Атакуем! Точно! Поздно. Ребят, а вы, по-моему, очень недооцениваете самурайскую жесть. Я, конечно, понимаю, что чехарда объявлено не было, но... Самурай может убивать без объявления чехарды. Особенность такая. Самурайская. Ща, лисичка, ща. Секундочку, я просто соберу здесь ништячки. Человеку он помогу. Помогите. Не все же лисичка помогать, да? Иногда надо и людям помогать. Тем более не так просто, а за снег. Я тебя освобожу. Я буду жить. Спасибо, господин. Иди. Все хорошо. Прошу, возьмите. Где он прятал этот снег? Где? Эти монгольские гопники его не нашли. Ну, это страшно. Это страшно, потому что 50 килограмм снега в жопе. Это... Даже вот эти вот мулы в аэропорту себе такое помыслить не могут даже. 50 килограмм. Да. Ну, суровые времена раньше были, да? Суровые. Особенно если подумать, что он же мог и не все самурай отдать, что у него с собой было. Вдруг у него 150 килограмм. И он отдал самураю 50, чтобы самурай его... Ого, у тебя прыжки. Отпустил. Поверил, что больше нету, потому что, ну, а тут и 50, это обалдеть можно. Видишь, какой суровый. Отлично. Отлично. И последний штрих. КГшечка. Поскакали. Я найду его. Я найду его, выслежу и убью его. Но, судя по всему, КГшечка, будешь ты ждать здесь, потому что ты где-то там, да? Ага. А спуск здесь нечеловеческий. Это был какой-то только что попытка несанкционированного суицида. Блин, ну расставали, растыкали они везде эти знамена. Кто это искал? Реально. Вот мне просто хотелось бы узнать, есть такие люди вообще или нет. Это же вот это вот... Это же вот это так просто не найдешь. Это нужно облазить всю игру. Вот, блин. Не здесь спуск, оказывается. Эта сволочь заныкалась так, что... Ого-го.
Кагашечка, поскакали в другую сторону. Молодец. Вон туда нам. Скажешь, что он не маньяк? То, что он людей убивает, это так. Мелочи жизни. А вот вот это... Уже психованный совершенно, полностью отбитый. Наглухо. Если бы монголы вот это вот все видели, они бы к нему на пушечный выстрел бы не подошли. Даже с хванчкарой. Даже если она была раскупорена и подышала немножко. Наконец-то. Мне уже надоело тебя ждать. Ну так сейчас. Дождешься. Ничего нету, да? Ух ты. А я так и знал, что там где-то зима. Но что-то она как-то... Ну в принципе, может быть, конечно, скалы... И предотвращают туда. Доступ тепла. И может быть поэтому там снег. Ты даже не воин. Или наоборот оттуда дует холодный собака. Ветер. Настрой, я это одобряю. Подходи, Сакай. Начнем поединок. Под осенними листьями поединок. Шляпа какая у него, а? Надо отжать. И задушить его этим шарфиком. И Сакай с завязанными глазами. М? Да я его сейчас уделаю. С завязанными глазами просто. Сакай. Вот. А я так и знал, что ты такая хитрая собака. Опа! До мягенького. Будь ты порасторопней. Что ж, я добрались. А кто это делаешь? Хитрая ты собака! А собака-то реально хитрая. Уделан. Я там еще что-то пытался изобразить, вот это вот перед тем, как изобразил. И не совсем хорошо получилось, но... Пробил твой час. Собаки хитрой хватило. Это последний. Нужно найти того, кто послал за мной этих рот. Хроников нужно найти того, кто послал за мной. А что это такое у нас? Не найдено. Нужно больше Цусима исследовать. Вот, и доспехи. Музыкант в бухте Умуги может знать, где искать Кодзиро. Если эта собака не знает. А сколько это километров? А ну, скажи мне. 3,5. Фигня. Что бешеному самураю 3,5 километра? Пёхом. 20 минут. Максимум. А ну давай, балаешный. Господин Сакай, хвала богам. Напой мне. Что там, где я там? Нашел и убил всех приспешников Кодзиро. Он уже это знает, господин. Я ведь говорил, он необычный человек. Он снова был здесь. Да. Сказал, теперь вы достойны погибнуть от его руки. Ищите его в пещере в монастыре Оми.
на земле моего клана. Он поплатится за это оскорбление. Не ходите туда. У него демонические доспехи. Он не знает усталости. Это мы посмотрим. Буду молиться о вашей победе. Так вот, именно чтобы отжать эти демонические доспехи, мы туда и пойдем. Ё-моё, это же надо его как-то аккуратно рубить. Доспехи же можно повредить демоническими. О-о-о. А мы там рядом были. Ну давай. Быстрое перемещение. Я надеялся, что мы успеем. Хотя, конечно, все растягивается, но... Он этого стоит, да? Скажи. Демонические доспехи Саб-Зиро. Оно же звучит круто. Только ветер воет. Дует в скалу. Это страшно. Такое ощущение, что мне действительно сейчас придется полгода искать этот вход в пещеру. Это будет не найс. Тем более, что он же должен быть еще каким-то там крепеньким, да? Ибо если он не крепенький, то странно будет как-то. Запутался. Конь, запутался. Тоже знал. Что нам нужно через монастырь? Ты серьезно? А теперь подняться тебе надо? Не, все нормально. Ух ты, он даже кораблики эти двигает. Фонарики, точнее. Класс. И они размножаются на ходу. Ну... Место, чтобы самоубиться, он выбрал, конечно, шикарное, да. Поговорите с Кадзюром. А, Сакай. У него доспехи наконец-то. Сейчас? Наконец-то. Что-то не видно. Не, здесь темно, конечно, но я что-то доспехов не вижу. Или вот в этом придется бегать. Музыкант говорит, перекрасим. Что у тебя демонические доспехи. Будет нормально. Ты ему веришь? Я не верю в демонов. А доспехи демонически верю. Поединок у зеркала священного Света. Свет, бэйби, свет. И он взялся за бич. Ужас-то какой. Кошмарище. Я даже Сакая не вижу. Здесь так светло, что я Сакая не вижу. Как я буду видеть врага, я не знаю сейчас. Это будет бомбически. А, поймали тебя? А что у меня все забралось? Какая досада. А, да, точно, и не было ничего. Убил тысячу человек, и каждая смерть была сладка. Музыкант был прав. Ты демон. Да какой там демон? Психопат. И все. А ты герой, который меня сразил? Ты этого хочешь? Хочешь этого? Хочешь, псих? О, обратно ты за свое. А?
уничтожен. Без приколов, кстати, этих нахуй самурайских прокачанных. Вот. Слабак. Пун на него. Два раза. Шесть клинков. Годзира. Что ж это за броня такая? Выглядит какие-то лахи конченые. Доспехи Кинсея принадлежали Ронину из соломенных шляп, печально известному своими хитростями и обманом. Увеличение прироста решимости по средам. Орудие призрака наносит на 15% больше урона. Орудие призрака — это бомбы, типа бимбы и всякое такое. Враги, пораженные орудием призрака, наносят на 25% меньше урона, а получают по морде на 25% больше. Кстати, да, надо будет сгонять на тот остров Ике, да, только я не знаю, что там сделать, но это же одеяние призрака получается. Или нет? Надо заапгрейдить это дело, а то оно, ну, капец как выглядит, честно говоря. Давай, быстренько это апгрейданем. И повязка Кинсея. Что-то она сюда не катит. По-моему. Надо улучшить, а то выглядит стрёмно. А что? Никаких больше ништяков? Не, есть. Капелюшечка. Цветы. Нет, цветом мы, знаешь, не кисло так набомбились в этой серии. Это очень даже цветочная серия. Еще и с него снега сняли. А, я думаю, что-то потемнело в глазах-то. А тут водопадик. Красота. А я думаю, откуда свет? Тот, которого и так здесь, конечно, дико мало, но все-таки он... Стоп, что там? Бамбули. Бамбулина. Так, ну мы отправимся сюда. К мастеру Бронику. Я заапгрейдим этот... А, блин, аж сколько у меня... Шелка. Хватит ли у меня шелка? Я работаю с любыми доспехами. Работай с этими, пожалуйста, доспехами. О, какой. О, какой. Еще чуть-чуть, и знаешь, будет как вот этих вот боевичках снайпера. Такой, знаешь, мохнатой броне, имитирующей зеленую травушку. Муравушку. Такс. Больше решимости, прирост. Это вас так защитит. А сейчас что изменилось? Не знаю. Визуально я имею в виду. Орудие призрака на 30% больше урона наносит. Угу. Шляпа Кенсея. Отличная. Угу. Интересно. Крепче не найти. О. Но это уже что-то такое, шкурник такой, знаешь, такой шкурник. Враги, пораженные орудием призрака, носят на 50% меньше урона, а получают на 50% больше по щам. Это вас защитит. Я бы это перекрасил, на самом деле. Благодарю тебя. В целом, вот получилось то, что я говорил. Ну и такое немножко обосранное, конечно. Но я бы это перекрасил. Если это можно перекрасить. У меня 60 цветов. Посмотрим, стоит ли оно перекраски. Черный, кошерный цвет. Черный цвет вам подойдет, господин. Да я знаю. Цвет теней. Можно ли их перекрасить? А вот они. О-о-о. Чернота чернейшая. Берем. Словно сам сумрак готовится к бою. Словно Самсунг сам спустился. Давайте. Монголы решат, будто тени пошли на них войной.
Будто тени лени. Видишь, насколько мне нравится черный цвет? Все купил. 20. Для этой брони дороговато. Она так мозги выносит. Просто ну и он нахер. А вот ненайденные доспехи. Это интересно. Это многообещающе. Он такой, знаешь, синевой сейчас будет, да? Не, вот этот синевой, старенькое такое. А это темнейшая ночь. Так куда ты? Вот. Не, знаешь, добрая броня с виду. Ну, типа Ронин, но боевой Ронин. Вот у нас есть Ронин, а вот боевой Ронин. Это Ронин-тихарь, а это Ронин, которому насрать. И, кстати, мечи вписываются очень хорошо здесь. Да. Вот я бы даже не менял. То есть менять даже и не буду. Правда, правда, вписывается. Я считаю, что вписывается. Так, давай тогда... Да, эта штучка хорошо себя зарекомендовала. И вот эта штучка отлично себя зарекомендовала. Здесь, значит, вот эта штучка неплохая. Тут, значит, вот эта тема очень хорошая. Когда я ее добью, я не знаю. Тут у нас... Вот эта штучка хорошая. А в конце проще бы посмотреть, что у меня там на другой броне, потому что я ее так долго буду искать. Например, на клане, на сакайском клане. И можно походить будет в темном. Шлему надо только отдельно перекрасить, потому что будет не прикол. Оберег идеального приземления. Есть? А, да. Сопротивление урону. Среднее. Сейчас, секундочку. Шляпу надо перекрасить. Стоп, а где? Надо не перекрасить, надо другую снарядить шляпу. Ё-моё. Я же в этих шляпах запутаюсь. Вот. Отличный. И вот так, знаешь, очень даже хорошо. Даже эти вписываются. Ну, типа такой легкий красный акцент. С другой стороны, маска-то маска не та. Жилетка не та, и уже костюмчик проигрывает. Стоп, а где? Вот, маска клана Сакай. Но тогда это ни с чем не перекликается. А было же у меня такое вот чудо чудное, как раз под эти доспехи вроде бы. Ну вот это что-то такое. А что, разве чисто черных у меня не было? Ну, получается, самое вот вписывающееся. Учитывая, что там такие отблески, здесь оно очень даже. Да, ну и закончим с Инсеем. Сопротивленческий. Вот. Знаешь, а прям хорошо. Не знаю, насколько эти снаряды, я им не пользуюсь просто-напросто. Снарядами этими. Но в целом, то, что я говорил. Присел и реально как куст.
Хотя это скорее такая вот напролом херачить. Если я, конечно, правильно понимаю их снаряды призрака. Это же даже не стрелы. Это же вот, вот эта вся фигня. Или нет? Не знаю. Ты свою версию можешь написать в комментариях. И мы обязательно в следующей серии попользуемся бомбой или пучкой. Уж с этой броней так точно сам Бог велел этим пользоваться. Иначе что такое снаряды призрака, если не это? Большое спасибо за лайки, за поддержку, за проявление интереса к этой игре. И, само собой, за компанию. Всем и... Бо-бой!